макеты мороженого и сладостей из стеклопластика – это эффективный и привлекательный способ для привлечения внимания посетителей кафе и ресторана. Эти объемные фигуры становятся неотъемлемой частью визуальной рекламы заведения, помогая привлечь клиентов и создать уютную атмосферу. Различные ростовые фигуры мороженого, шоколада, фруктов и других сладостей можно устанавливать в кафе и ресторанах, и они станут именно центральным элементом вашего заведения для привлечения внимания всех прохожих. Использование макетов из стеклопластика для рекламы кафе и ресторанов имеет множество преимуществ. Во-первых, такие фигуры легко привлекают внимание прохожих благодаря своей яркой и реалистичной внешности. Они помогают создать праздничное настроение и вызывают аппетит у потенциальных посетителей. Кроме того, макеты из стеклопластика отличаются прочностью и долговечностью, что позволяет использовать их как внутри, так и для наружного оформления кафе и ресторанов. Ростовые рекламные макеты мороженого особенно популярны среди заведений, которые специализируются на сладостях и десертах. Большие яркие фигуры мороженого могут быть установлены как внутри помещения, так и на улице для привлечения внимания прохожих, создавая ассоциацию с вкусными лакомствами. Важно отметить, что рекламные фигуры мороженого мы изготавливаем в различных размерах, дизайнах и цветах. И я думаю, каждый из вас уже обратил внимание на этот огромный рожок с мороженым, который перевернут, и мороженое как бы разлилось по полу. Яркая розовая покраска добавляет еще больше привлекательности. Издалека его не отличишь от настоящего мороженого. Но если рассмотреть поподробнее, фигура выполнена из стеклопластика, конструкция внутри полая, и она имеет легкий вес. А само мороженое состоит из двух частей – рожок и съемная подставка. Материал стеклопластик обладает необычайной твердостью и надежностью. То есть без труда я могу по нему походить. Коллекцию объемных фигур для кафе и ресторанов дополняют небольшие рожки с мороженым, также выполненные из стеклопластика, на металлической подставке. Их легко можно устанавливать и внутри заведения, и наружу, так как металлическая подставка также не боится никаких атмосферных осадков. Весь ассортимент товаров для оформления кафе и ресторанов с подробными характеристиками, весом и размером вы встретите на нашем сайте по ссылке ниже. Таким образом, макеты мороженого и сладостей из стеклопластика – это не только средство привлечения клиентов, но и элемент, который поможет создать неповторимую атмосферу и подчеркнуть индивидуальный стиль вашего кафе или ресторана. Вложение в качественную рекламу в виде объемных фигур из стеклопластика с высокой степенью реализма окупится многократно, привлекая новых посетителей и делая ваше заведение узнаваемым и популярным.